Добрый вечер, уважаемые телезрители. В студии телеканала «Видное ТВ» Юлия Погосян. И мы начинаем наш прямой эфир. Сегодня у нас в гостях президент мотобольной команды «Металлург Видное» Валерий Георгиевич Нефантьев и старший тренер мотобольной команды «Металлург» Андрей Васильевич Павлов. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Сегодня мы поговорим о сезоне мотобольном 2022 года. Обсудим чемпионат России, Кубок России, конечно, 50-летие прославленной команды «Металлург» и еще многое другое. И, конечно, хочется начать с того, что мы в конце апреля открыли чемпионат России по мотоболу 2022 года. И в этот раз это произошло открытие в городе Видное. Знаю, что это не всегда происходит. У видновчан в этом году была такая возможность наблюдать это красочное действие. Расскажите, с кем играл «Металлург» в рамках открытия чемпионата? И вы вообще довольны этим мероприятием? Потому что и администрация подготовила некоторую программу. Было очень зрелищно. Ну, традиционно сложилось действительно, что мотобольный сезон открывается в апреле месяце, а, как правило, в апреле месяце в нашей полосе погода, прямо скажем, не очень благоприятна для того, чтобы начинать игру. Но в этом году состоялось так, что Кубок России проводился в Коврове в мае месяце, и поэтому нам пришлось начинать сезон. Здесь пришла команды, которые приехали к нам на первые игры, потом сразу от нас ехали уже в Ковров на Кубок России. Поэтому первые игры, я уже даже не помню, когда это такое было, что мы открывали сезон в городе Видном. Как правило, это Краснодарский край, где погода уже соответствует погоде, тому, как, что можно играть, начинать сезон. С кем «Металлург» встретился на открытии? Команда «Кировец» 26 числа из станицы Полтавской. Ну, с каким настроением команда шла на этот сезон мотобольный? Может быть, какие, Андрей Васильевич, использовались подготовительные тактики? Я знаю, что у «Металлурга» есть свои особенности подготовительного сезона, что напрямую влияет на результат команды. Ну, обязательно, конечно. У нас, тем более, добавились молодые игроки в перспективе. Они были, но они уже пробовали в стартовом составе во многих играх. Конечно, чего-то много было нового, специально для того, чтобы выиграть этот кубок. Ну, что, нет, мы сейчас еще кубок не затрагиваем, да, еще говорим о чемпионате. Чемпионата были выбраны, написан календарь. До Нового года мы его еще написали календарь, и все уже было известно, что кубок будет в Коврове. Ну и поэтому... Андрей Васильевич, ну поделитесь, какие-то тактические команды, приемы новые, может быть, на этот мотобольный сезон? Конечно, как тонкости, наверное, болельщикам нашего городского круга «Видное», наверное, будет интересно, и так надо говорить, чтобы вечер у нас сложился душевно, интересно. Ну, наверное, переход центра, вы все знаете, что нам перейти центр нужно через пас. Ну, чтобы это было быстро и зрелищно, и красиво, и для зрителя что-то новое, чтобы он не спал, конечно, придумали новое. Всякие розыгрыши штрафных, отворот в атаке, дома в обороне, чтобы мотобол был быстрее, мобильнее. Поэтому все время что-то совершенствуем, модернизируем старое, придумаем новое. Пару слов о подготовительной программе, которая стартует сразу после старого Нового года. У «Металлурга» она особенная. Ведь понимаешь, дело в том, что, опять я просто добавлю, Андрея, как правило, во всех командах, существующихся, ведущих командах, которые играют в высшей лиге, один, ну, максимум два лидера. Поэтому у них тактическая схема, в общем-то, никакого экспромта. Вот лидер с мячом отходит к центру поля, выезжают, остальные блокируют, он пытается ударить поворотом. У нас, к нам, к счастью, повезло, у нас, в принципе, вот 4 человека на поле, такого явного лидера нет, поэтому приходится действительно вот над тактикой команды работать отдельно. И «Металлурги» сейчас много очень домашних заготовок, именно домашних заготовок, для того, чтобы практически результат дает именно... Динамический стереотип в голове уже выработан на тренировках, чтобы спортсмен уже не думал, куда мяч катится, что с ним делать. Он уже автоматически все выполняет. Поэтому очень много работы именно проходит вот на тактических схемах и на домашних заготовках.
Да, ну и тренировки чуть ли не каждый день, с какого-то периода начинаются на мотоциклах. Не чуть, не каждый день. Две тренировки в день. А каждый день по две тренировки. Да, кроме воскресенья занимаемся. Ребята еще какие-то нормы сдают. Все это, конечно, ведет к результату положительно. Нет, без работы я всегда, видимо, долго буду, до конца, пока будем работать с командой «Металлург», буду вспоминать слова Павла Федоровича Гаевского. Когда мы вошли только в высшую лигу, пришли к нему в кабинет, он говорил: ну как, выступите? Я говорю: Павел Федорович, ну в пятерочку, думаю, пойдем. Почему в пятерочку? Я говорю: Павел Федорович, ну там Элиста, там Черкес, там Полтава, там Рига. Ну и что? Они что, другие мужики, у них что, четыре ноги? Такие же мужики. Вы сколько раз тренируетесь? Ну, два раза. Значит, надо тренироваться шесть раз. Для того, чтобы выигрывать и быть первым, надо много работать. Вот мы с тех пор, я говорю, вот рекомендация великого Гаевского, вот с тех пор мы их усвоили, так вот до сих пор пытаемся все-таки воплощать ее в жизни. Ну, а я предлагаю нашим телезрителям посмотреть сюжет с открытия чемпионата 2022 года. В прошлом году команда «Металлург» в 34-й раз стала чемпионом СССР и России по мотоболу. По традиции, в начале нового сезона хрустальную вазу передают действующим победителям. У видновчан она будет храниться до завершения турнира. С открытием нового спортивного сезона, с чемпионатом России по мотоболу. Для нас этот год особенный. Это юбилейный год нашей родной, любимой, золотой команды. Первая игра прошла на домашнем поле. «Металлург» встретился с командой «Кировец» из станицы Полтавской Краснодарского края. Для гостей это дебют в чемпионате. Первый период играли, как они сами себя называют, ветераны. Во втором на поле вышла молодежь, но продолжила показывать прекрасный результат. Четвертый период «Металлург» начал со счетом 13-0. Забили буквально сразу 14-й гол, но на минуту удача отвернулась от видовчан. Результат 14-1. Такой резкий старт можно объяснить хорошей предсезонной подготовкой «Металлурга» и боевым настроем игроков. Учитывая то, что команде 50 лет и уже сложился определенный ритм, график подготовки, тренировок, предсезонной подготовки, поэтому мы его уже много лет не меняем. То есть как мы начинаем в первый день после старого Нового года. И так продолжает вот по две тренировки в день, каждый день. Завершился матч со счетом 14-2. Под конец кировцу удалось еще раз пробить ворота «Металлурга». По мнению руководства видновского клуба, гости для своего уровня подготовки показали хороший результат. Игра получилась зрелищная. Впереди у «Металлурга» Кубок России, который пройдет с 1 по 7 мая в городе Ковров Владимирской области. От Видного до места проведения соревнований около 300 километров. Поэтому игроки приглашают земляков провести праздники на выезде и поддержать родную команду. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Как уже было сказано в сюжете, Кубок России по мотоболу 2022 года состоялся в Коврове Владимирской области, как раз в майские праздники, и мы, съемочная группа «Видное ТВ», сопровождала команду «Металлург» на этом кубке. Зрители телеканала «Видное ТВ» могли стать непосредственными участниками этого события, потому что каждый день освещался кубок и освещались игры команды «Металлург». Ну вот вы вообще довольны тем, как закончился кубок? Довольны ли тем, как повели себя те или иные команды? Очень напряженная была первая игра после того, как в прошлом году на финале чемпионата команда «Колос» ушла с поля. И в этом году именно на кубке, да, видновский «Металлург» встретился с «Колосом» впервые после этого события, еще не в финале. Это же была очень такая напряженная борьба. Юлия, естественно, я говорю, я опять вспоминаю Гаевского. Он сказал, что боролся только за первое место. Поэтому «Металлург» уже привык в этом году 50 лет команде, и мы вот
на протяжении 50 лет практически все время дальше второго места не скатывались. Поэтому, естественно, и в Кубке России другого просто результата не могло быть, как только борьба за первое место. Валерий, ну плюс, это напряженно психологически было? Там вот именно психологически, учитывая инцидент прошлого года с командой «Колос», конечно, «Колосу» нужно реабилитироваться, показать все-таки, кто в доме хозяин. Они же, естественно, были не согласны с тем, что они... Нет, в конечном итоге я уже, по-моему, был сюжет, и мы говорили, «Колос» наказали, его из стройки выкинули за то, что они ушли, а их, они так бы не... Да, они могли у нас выиграть и быть первыми. Но уж... Вторыми. А так они им четвертое место им отдали. Поэтому они получили. Поэтому, естественно, они хотели сразу в начале сезона «Металлург» обыграть, чтобы показать, что решение было неправильным. Поэтому, естественно, это сразу психологически сложилось на все дальнейшие действия команды. Андрей Васильевич, как оцениваете первую встречу, еще не финальной игры? Ну, выиграли мы 6-3, но ситуация была перекалена, конечно, вот этим инцидентом в прошлом году. Вот, и там многие обещания были со всех сторон, телевидение, пресса, что они обыграют, это было несправедливо, но надо было выходить и играть. Ни в каком виде спорта такого нет, когда спортсмен вышел бы там боксер какой-то и ушел. Ну, это явное поражение, то же самое было. Ну, ребята, я понимаю их, они не виноваты, так у них руководство решило, ну, к сожалению, да. Но ситуация была перекалена. Страшно, конечно, было тяжело психологически, особенно тренерам. Да. Но мы легко прошли, 6-3, по-моему, мы выиграли. Самое интересное. Первую игру. Самое интересное, 6-3, вот оно нелегко, потому что за 2 минуты до окончания было 4-3. И два гола Гусев забил, последний гол 16-метровый, он забил практически буквально за несколько секунд до конца игры. То есть он 2 16-метровых подряд. Поэтому так, 6-3, конечно, подумал, 6-3 вроде это на голову выше сыграли. А на самом деле не было, как в финале. Не, игра была серьезная. Была серьезная. Но я говорю, за 4 минуты до конца счет был 4-3. Так что... Валерий Ильич, ну вот как представитель Федерации мотоциклетного спорта, если я правильно аббревиатуры все эти вспомнила, на ваш взгляд, насколько был организован кубок в этом году, достойно ли? Я видела, что были трибуны переполненные, что, конечно, очень для спортсменов важно и приятно. Я считаю, это самое главное, потому что в конечном итоге мотобол – это вид спорта смотрибельный. И играют, как правило, для зрителей. И когда на трибунах имеются зрители, и тем более их много, конечно, приятно. Это раз. А во-вторых, уж раз приехал на открытие губернатор Владимирской области, это говорит о том, что Ковров готовился к этому серьезным соревнованиям. И они прошли, и с точки зрения организации, если по пятибалльной системе, я думаю, они прошли на 4 с большим плюсом. Да. Ну, а каким был полуфинал и финал, мы подробнее узнаем в нашем следующем сюжете. Часть Кубка России позади. «Металлург» вышел в полуфинал. Встретился с командой «Заря». Второй период закончился со счетом 5-1 в пользу видновчан, которые показывают прекрасный результат. Правда, матч травмоопасный. Два раза на поле выезжала скорая помощь к игрокам «Зари». Основную часть встречи с «Зарей» от «Металлурга» выступала молодежь. Это те ребята, которых руководство команды начинает привлекать к взрослой игре. Отличительная особенность видновчан – растить смену ветеранам. Основной состав в первом периоде показал хорошую игру, забил 5 мячей, если не ошибаюсь. И дал поиграть молодежи. Мы выехали, тоже показали, что тоже что-то стоим. Полуфинал для «Металлурга» закончился победой со счетом 11-1. Сейчас на поле выезжает вторая группа команд. Встретятся и «Патова», и «Агрокомплекс». И выявится соперник «Металлурга» в финале. На стадионе «Мотодром» команда «Металлург» встретилась, как и предполагалось, с «Колосом». Интересной игре благоволит солнечная теплая погода. Второй период закончился ничьей 1-1. Ой.
четвертого периода капризная в этот день госпожа Удача так и не могла решить, на чью в сторону встать. Ипатовцы действовали в привычной для себя манере. Проявляли агрессию и некорректное поведение на поле. Видновчане же держали оборону и пытались пробить ворота соперника. Судьбоносный четвертый период. После ничьей в 2-2 команда «Колос» забивает третий гол «Металлургу». И, казалось бы, итог встречи и, соответственно, Кубка России понятен. Но на последних секундах Анатолий Касьянов сделал матч-реванш. Забил третий гол «Колосу» и теперь будет дополнительное время. Стоит отметить, что для Анатолия это был по-настоящему звездный матч. В дополнительные 15 минут игры именно он вывел «Металлург» в лидеры, отправив ворота «Колос». Четвертый завершающий мяч. Каждый финал, каждая команда была настроена по-другому. Нельзя даже сравнивать первую игру, которую мы выиграли 6-3, и финальную, потому что в отборочном можно оступиться, а это финал, здесь права на ошибку нет, поэтому мы боролись до конца, и я думаю, что мы оправдали надежды и свои, и тренеров, и всю проделанную работу, которую мы провели в предсезонной подготовке. Мы выложились и доказали, что мы заслуженно выиграли этот кубок. Кубок России – это только часть мотобольного сезона. Впереди у ребят много игр, много сражений. Чемпионат России только, считайте, начался. И завершится он по традиции в сентябре. Поэтому мы продолжаем болеть за «Металлург», а сегодня их поздравляем с заслуженной победой. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Видное ТВ. Мы еще раз поздравляем всех игроков и участников команды «Металлург». Валерий Георгиевич, Андрей Васильевич, спасибо вам за такую гордость, что видновчане, жители Ленинского городского округа могут гордиться таким видом спорта европейского уровня. А у нас есть звонок в студию. Я своих коллег попрошу соединить нас. Давайте узнаем, кто дозвонился. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь. Анатолий Михайлович. Коренной житель города Видное. Родился в деревне Трещова. Анатолий Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Готовы выслушать ваш вопрос к нашим гостям? Да, спасибо. Спасибо за предоставленную возможность. И с вашего позволения у меня как бы пожелание и вопрос. Первый то, что я помню команду «Металлург», когда они еще играли на зеленом поле, где сейчас улица Олимпийская и баскетбольный клуб, на зеленом поле, на травяном. После этого практически рос город, и было видно становление нашей команды «Металлург», которая стала неоднократным чемпионом России, на костяк спортсменов команды «Металлург» являются командой России и представляют наш флаг, защищают его цвета на чемпионатах и в Германии, и во Франции, и в других местах. Это большая заслуга многократно уважаемого президента, тренера Нефантьева Валерия Георгиевича. Мне как-то посчастливилось быть на их базе, и я обратил внимание на то, что у них и совещания, и собрания, и разбор игр, и история клуба, и раздевалка – все находится в одном помещении. Просьба, конечно, к администрации обратить внимание. Может быть, все-таки найдут возможность улучшить условия для команды «Металлург», чтобы собрание можно было провести в более достойном помещении. Это пожелание. А вопрос следующего плана. Да. В этом году финал чемпионата Кубка России проходил не в Видном. И, соответственно, видновчане не могли видеть все перипетии той игры, которая имела место. Команда «Колос» уже много лет является одним из суровых
нравственных противников города Видное и команды «Металлург». Вот хотелось бы узнать, значит, чтобы нам рассказали зрителям, я бы услышал, как в этом году проходила игра на финале Кубка России между командой «Колос» и командой «Металлург». Спасибо. Спасибо вам большое за вопрос. Часть ответа мы уже увидели в сюжете, да, но все-таки надо удовлетворить информационный голод нашего зрителя. Я говорю, то есть мы практически мы уже затронули эту финальную игру. Но тем не менее, финальная игра, правильно, и Андрей говорил, и интервью ребят, что финал есть финал. То есть завтра уже игры не будет. Вот она сегодня финальная игры, 4 по 15 минут и все. Поэтому... Да, в финале мы по 4 по 20 играем. Вот. И, кстати, возможно, было дополнительное время, мы в нем забили. Могли и до пенальти дойти. Финальная игра получилась очень красивая. Как и должна быть финальная игра. Валерий, ну, мысли о том, что вот эти последние секунды, мысли о том, что в этом году Кубок, возможно, уедет в другую часть России, были. Вообще, что у вас было на душе и в голове, когда вы наблюдали за финальной игрой «Металлурга» с «Колосом»? Юля, ну, я тебе говорю, что, конечно, с точки зрения вот тренерской, ребята на поле, они в игре, они потеют, они играют, а мы же сидим, смотрим. Поэтому когда это ты идешь сопереживание со спортсменами, ну ты просто энергии из тебя не выходит. Поэтому я думаю, сложнее быть тренером и смотреть, тем более, вот такие игры, чем все-таки играть. Но, тем не менее, в этом и заключается команда, называется команда. Коллектив, команда, тренеры, спортсмены, механики. А вместе мы команда. И ребята показали, что, как я говорю, кто в доме хозяин. Но, с другой стороны, может, и неплохо, что есть такой сильный соперник сейчас у «Металлурга». Зато, как вы любите повторять, это спорт для зрителей. Зато очень зрелищно, эффектно. Ну, тяжело повторить. Мы в прошлом году выиграли, и тяжело повторить. Нужно доказать, что мы опять сильные, и что мы были и остаемся сильными. И поэтому вот этот накал был. И у нас за 4 минуты или 3:50 до конца сбивают лучшего игрока, одного из лучших, Антона Гусева, и выезжает молодой игрок. И за это ставится, очевидно, было пенальти не ставится. И вот тут началось волнение вообще было. В рядах. Да, это было очень сильно. К сожалению, судейство, конечно, ну, здесь в финале, кстати, больших претензий к судьям не было. Но, тем не менее, можно было что-то пообъективнее. Ну, не будем об этом вспоминать. Главное, конечный результат. Я говорю, за 4 минуты до конца, счет был 4-3. За 4 минуты Антон Гусев 2 16-метровых поставили, он оба их реализовал. Поэтому оно так, когда говоришь, думаешь, 6-3, это кажется, что это большой счет. А когда за 4 минуты был 4-3, и за 4 минуты забили еще 2 гола, это уже мастерство команды и организация команды, которая может в нужный момент сконцентрироваться и сделать результат. Но ведь в рамках мотобольного сезона любого года еще очень значимое событие проходит – это чемпионат Европы. Последний раз он был в 2019 году в Германии. В 2020-м должен был состояться в Видном, из-за пандемии COVID-19 не состоялся. На 2021 год, я так понимаю, опять из-за той же проблемы, да, да, не случилось. Еще ковид не остановился, поэтому 2021 тоже из-за ковида. А 2022 уже, это вообще чистая политика. Из-за того, что началась вот эта специальная операция на Украине, европейской команды, ну, вы видите, ополчились все, практически весь Запад против России ополчился. И даже уж футбол в Питере не провели, а, естественно, мотобол тоже и нас коснулось. Валерий, ну вообще, чемпионат Европы, что он значит для сообщества мотобольного? И я знаю, что львиная доля игроков сборной России по мотоболу – это игроки как раз «Металлурга». Ну, естественно, чемпионат Европы – это высшее соревнование в мотоболе. Много стран участвует? Ну, как правило, последние годы 7 стран, как правило. Ну, бывает 6-7. Максимально. Один раз было 8
В Пинске было раз 8, был Азербайджан еще, поэтому. А как правило, вот 6-7 команд участвует. И, конечно, каждый спортсмен, который начинает заниматься этим видом спорта, естественно, хочет и мечтает быть в сборной России и принять участие в чемпионате Европы. Потому что выше ранга соревнований у нас просто нет, не существует. Когда последний раз «Металлург» брал кубок чемпионата Европы? Ну, в 19-м году, я считаю, что я когда начинаю вспоминать, у меня слезы наворачиваются на глазах, потому что финал чемпионата Европы 19-го года был 22 июня, и в финале мы встречались со сборной Германии. В Германии. Со сборной Германии. Поэтому, конечно, сама понимаешь, вся обстановка, очень много зрителей, соответствие судейства. И мы когда выиграли этот чемпионат Европы, очень тяжело. Ну, опять, молодцы ребята, сконцентрировались, собрались, выиграли. И когда 22 июня, как мы все знаем, это было начало войны, звучал гимн России в честь победы сборной команды России, это, конечно, многого стоит. А у нас есть еще один звонок в студию. Давайте узнаем, кто нам звонит. Добрый вечер. Болельщик «Металлурга» со стажем с большим. У меня такой вопрос. Будет ли в этом году чемпионат Европы? В городе Видное. Очень ждем. Спасибо. Спасибо. Привет. Ну, мы уже затронули эту тему, да. Я так понимаю, будет неутешительный ответ. Не, Юля, я говорю, я не говорю, что у меня этот черный глаз, но... Но лет 10 назад я мечтал об этом, что в 22-м году провести чемпионат Европы видно, потому что в 22-м году исполнится 50 лет команды. Мы совместить чемпионат Европы и 50-летие команды. Но в 19-м году в Германии на международном жюри, на первом международном жюри решался вопрос, где в 20-м году будет чемпионат Европы. И по плану, по календарю должен быть в Белоруссии. В 2020 году должен был быть. Но белорусская команда, к сожалению, выступила из ряда вон плохо. И руководство Республики Беларусь сказало, не будем мы проводить чемпионат Европы, потому что они открывали под Минском, построили шикарное спортивное сооружение для технических видов спорта. И они должны были, должен был президент Беларуси приехать, Александр Григорьевич Лукашенко. И поэтому мы позориться не будем, и проводить не будем. И я позвонил Валерию Николаевичу Венцелю, он был главой. Я говорю, Валерий Николаевич, вот такая ситуация. А городу 55 лет было в 2020 году. Я ему позвонил, говорю, Валерий Николаевич, вот такая ситуация. Может, возьмем на 55? Он говорит, давай, соглашайся, бери. И мы 2020 год, нам Международная Федерация пошла на встречу, сказала, что да, хорошо. Вот в 2020 году вместо Белоруссии проведем в России, в городе Видном. Но вмешалась ковид в это... Да, ну и вот в 22-м тоже не ожидать. Да, видимо, нет, так не ожидать это точно, потому что санкции наложены на Россию во всех отношениях. И что дальше будет, пока нет, да, понимания? Вот так вот твердо. Они пытались, кстати, опять, до чего непорядочно поступает. Они хотели провести в Литве, вот у нас 16 по 12 августа должен быть чемпионат Европы в Видном. Они хотели в Литве провести без Белоруссии, без России, провести вроде как чемпионат Европы. Но, к чести французов и немцев, подтвердили только голландцы. И, естественно, в августе чемпионат Европы как такового не состоится. А вот когда будет следующий и где... Ни за что не могу сказать. По плану он должен был быть в Ипатово, там тоже строится... В 23-м году, да. И, к сожалению, это самое престижное соревнование в нашем виде спорта. И каждый спортсмен стремится попасть в сборную. И уже когда 3 года нет, это большой срок. Для спортсмена, конечно, это самый высший результат. Попасть в сборную, быть в сборной, тем более в стартовом составе. И время летит, и неопределенность какая-то существует, к сожалению. Ну, зато другие соревнования проходят. Наши юноши, «Металлург-2» сейчас находится в Краснодарском крае, участвует в первенстве России по мотоболу. Знаю, что показывает хорошие результаты. Какие последние новости? Вот очень приятно слышать. Вот буквально до эфира, за 20 минут до эфира Алексеевич Сосницкий, старший тренер «Металлурга-2», позвонил. Они сегодня играли с местной командой, она называется «Слава», Станица Кущевская, Краснодарского края. Это уже была четвертая игра. Они 3-2. Тяжелая игра была, 3-2 выиграли. Поэтому сейчас идут 4 игры уже, идут без поражения.
Ну, там собралось 8 команд юношей. Они играют в круг, потом полуфинал и финал. Uh-huh. Так что мы надеемся, что наши юноши, они прошлогодние чемпионы России в своем возрасте. Поэтому надеемся, что в этом году они, когда мы их провожали, и я говорил, что вы смотрите, все-таки пример берите с «Металлурга», основного «Металлурга», и не подведите авторитет основного «Металлурга», что вы тоже должны бороться и должны выиграть и привести чемпиона, стать чемпионами России в своем возрасте. Но у нас есть еще один звонок в студию. Мне коллеги подсказывают, что следующий дозвонившийся уже готов выйти с нами на связь. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, Юлия, Валерий Георгиевич, Андрей Васильевич. Это Алексей, давний болельщик команды, с интересующим многие болельщиков и спортсменов вопросов. Это общая картина дальнейшего развития вашего вида спорта мотобола и перспектива молодых команд. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Да, действительно, вопрос очень актуальный. Ну да, в данном случае да. Ну, радует, что с каждым годом вот в первенстве России участвуют. Начинали с 4 команд, 5, 6, 7, в этом году 8 команд. То есть это уже раз есть молодежь, значит, есть будущее этого вида спорта. Ну, Андрей Васильевич, может, какие-то команды наиболее себя выразительно проявляют и растут на глазах буквально? Да, растут на глазах. Вот команды «Ковров». Вот скажу про нашу команду. Там хорошие наставники. Ребята повезли нашу команду вторую. Вот. Календарь составлен. Не вчера две игры. Там, представляете, какая сейчас жара. Играли. И сегодня две игры с самыми, можно сказать, сильными командами. И выиграли 3-2 у «Коврова». Такая команда, на мой взгляд, самая думающая. И года через два, через три очень интересные ребята. У них вообще невозможные какие-то комбинации, откуда они придут. Ну, классные команды. Вот. Правильно, Валерий Георгиевич говорит, 8 команд у них. И есть еще, как вы сказали, Невинномысск, и еще там какие-то города, где будут создаваться. То есть и везде, значит, год участника, он молодой. То есть это есть будущее. То есть в «Коврове», допустим, до 21 и до 22 лет в команде. В основном там 18-16 лет они поехали. Наши ребята с ними играли, которые, в принципе, играли в основном в составе за «Ковров». Вот. То есть, ну, это есть будущее, это очень радует. И ребята везде талантливые. Это классно. Ну, мы, конечно, болельщики очень рады, что этот вид спорта продолжает жить, и более того, есть. Да еще хочется сказать, у нас такой поток и во всех станицах, городах. Желающих. Да, ребят, он недавно, я просто случайно зашел, Георгиевич, говорит, некуда мотоциклы ставить. Все заставлено, столько ребятишек приходит, это радует. То есть это интересно. Шестилетние уже начинают играть. Да. Звонят, спрашивают. Об этом даже мечтать было невозможно в наше время, чтобы 6 лет был соответствующим мотоцикл, но его даже мотоциклом не назовешь. Это мопед. А уже такие выпускают. То есть мы вот, когда за границу начали ездить, я впервые там увидел, чтобы в перерывах просто матчей выезжали эти дети 4-5 лет. И вот на этих, на маленьких мотоциклах, которые у нас еще даже на горизонте не было. А сейчас у нас уже появились такие. Ну, хорошо, что вот родители, я вообще, если честно говоря, родителям удивляюсь. Приводят родители, в основном мамы приводят своих детей. Все-таки мотобол, ну, я не говорю, травмоопасный. Ну, не настолько травмоопасный, не намного травмоопаснее, чем другие виды спорта. Но, тем не менее, они же видят, и тем не менее ведут, приводят, и ребята с удовольствием занимаются, и родители рады. Ну, по итогам Кубка России вы посетили приемную главы Ленинского городского округа. На эту тему у нас есть небольшой сюжет. Я предлагаю посмотреть, чем завершился разговор с Алексеем Петровичем Спасским. В конце апреля начался новый мотобольный сезон. Домашней игрой «Металлург» открыл чемпионат, и совсем скоро спортсмены отправились на Кубок России в город Ковров. Неделя ежедневных игр, а в финале видновчане встретились со своим основным противником – Колосом из Ипатово. Вроде как подумаешь, 29 раз. Это солидно и много. А когда анализируешь, допустим, последний Кубок в Коврове, за 40 секунд, в финале за 40 секунд до конца проигрывали 3-2. Им ставят пенальти Анатолий Касьянов.
доверили ему выбить пенальти, забивает пенальти 3-3, 2 по 10. И таких судьбоносных историй у игроков сотни. В этом году «Металлург» отмечает 50 лет. За это время команда неоднократно брала высшие награды в мире мотобола. Костяк сборной России составляют именно игроки видновского клуба. Вновь завоеванный кубок спортсмены принесли с собой на встречу с главой Ленинского городского округа Алексеем Спасским. Команда легендарная. Люди легендарные, которые вписали свое имя в историю фактически мирового спорта, договорились о том, что нужно менять подвижной состав мотоцикла. У нас, к сожалению, не получилось 2 года назад это сделать. Но теперь очень постараемся с тем, чтобы это случилось в этом году. Вот. Ну а парням хочется пожелать новых побед, потому что мы болеем за них, переживаем. Среди игроков много молодежи. Принцип «Металлурга», не дожидаясь смены поколения, растить новых спортсменов и внедрять их в основной состав. С такими мастерами, с такими монстрами, можно сказать, мотобола играть и тренироваться, брать только лучшее – это самое лучшее, что есть в мотоболе. О заслугах молодежи главе Ленинского округа рассказал президент команды Валерий Нефантьев, который также отметил, насколько для «Металлурга» важна и цена поддержка администрации. Результат сказывается, когда есть работа. Есть работа, есть отношения, есть внимание, есть поддержка. Ребята это тоже чувствуют. Это тоже прием сегодня у главы, это тоже он просто морально ребят поддерживает. Они знают, что первый человек смотрит, их принимает, их благодарит. Это многого стоит. Тем временем в самом разгаре чемпионат России. В его рамках «Металлург» уже сыграл 6 матчей. На днях ребята вернулись с выездных игр. А на домашнем поле 28 мая им предстоит встретиться с ковровцем из Владимирской области. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Ну а с ковровцем «Металлург» уже встретился и одержал победу. Кстати говоря, по-моему, ни одного поражения, да, в рамках чемпионата России, да, пока у команды? 8 игр сыграли, идем без поражения. Олег Ильич, ну, большое внимание администрация оказывает, и это царский подарок 50-летию команды. Нет, конечно, я говорю, буду повторять, пока мне будут давать слово, я всегда повторял, мы, как я говорю, мы это, с жиру не бесимся, но с голоду не умираем. Нас в 93-м году, вот как взяли команду, взяли на бюджет района, теперь округа, поэтому команда, есть стабильность, у команды есть стабильность, и поэтому, когда у администрации, особенно у глав администрации, сколько вот поменялось уже, но тем не менее, всегда мы находим взаимопонимание. Полное взаимопонимание во всех вопросах. Какие вопросы у команды возникают, нам всегда идут навстречу и по мере сил и возможностей их решают. Поэтому огромное спасибо теперешнему главе округа Алексею Петровичу Спасскому, который очень приятную вещь сказал, что все-таки к 50-летию команды мы обновим свой мотоциклетный парк, и он нам обещает подарить 5 мотоциклов. Ну и ближайшая игра у команды «Металлург» на домашнем поле состоится 30 июля. С кем встретиться? И, пожалуйста, пригласите болельщиков на этот матч, чтобы трибуны гудели. Ну, конечно, это будет самая такая серьезная игра. Впереди еще будут финальные турниры, но в чемпионате с командой «Колосом», с которой мы встречались в финале Кубка. Вот, приходите, дорогие болельщики, дорогие жители городского округа Видное, приходите, болейте. У нас, как Валерий Георгиевич говорит, единственный вид спорта, где, наверное, я не буду утверждать, где бесплатно детишки тренируются. Приводите своих детишек на трибуны, наверняка понравится. Приходите, обязательно поболейте. Обещаем показать хорошую игру и достойный результат. Валерий Георгиевич. 30 июля «Металлург» будет играть с основным своим соперником последние 10 лет командой «Колос». Наверняка будет интересная боевая игра, поэтому ребятам будет очень приятно, если вы придете, заполните трибуны и будете активно болеть. Приходите, пожалуйста. Это очень свою поможет. Ну и еще смотрите новости телеканала «Видное ТВ», который освещает буквально все события мотобольной команды «Металлург», а также реалити-шоу «Большой мяч», где мы приоткрываем завесу тайны жизни мотоболистов и остальных участников команды. Я хочу поблагодарить своих гостей. Валерий Георгиевич Нефантьев, президент
мотобольной команды «Металлург» и Андрей Васильевич Павлов, старший тренер мотобольной команды «Металлург». Спасибо вам большое за эту интересную беседу. Наверняка встретимся в этой студии еще не раз. С удовольствием. Спасибо вам. Спасибо всем, кто был с нами этим вечером. Спасибо всем, кто звонил и принимал активное участие в этой беседе. Мы прощаемся с вами и желаем вам хорошей недели. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.